мне не пришлось проститься с ним. Ушел безвременно, так тихо, июньским летом золотым, теряя все по жизни лихо. Он прожил так, как он хотел, и обсуждать его не в силах, чего он в жизни не успел. Летая на усталых крыльях, были квартиры, жены, дети. А кто бы мог его понять, зачем и почему на свете он вынужден был все терять? Жить в подворотнях, где придется идти наперекор судьбе, уже не так ему живется, талант свой утопив в вине. Но как играл свою на роли, толк в мастерстве он понимал. Я благодарен ему втрое, сколько ролей в кино сыграл. И нам потом, на удивление, прямой эфир, пусть говорят, он приглашен был с уважением, я за него был только рад. Терялся с ним я в переписке, хотели встретиться мы с ним. Он был далек, хотя и близкий, желая жить нищим один, так и скитался в своем нраве, побочным заработком жил. Судить, как жил, его не вправе. Он для меня кумиром был. Прости потерянное время. Он в памяти, в душе живет. В какой он год там смотрит с неба, дождем и небо слезы льет. И там, быть может, твое счастье. Там многие друзья, как ты. Покойтесь в райском объятии, на всех глядите с высоты. Таков вот Саша Кавалеров, актер театра и кино. Помянем все с Христом и верой, со светлой памятью.